Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на мой канал, с вами я, Денджело, с прекрасного, замечательного и солнечного Лос-Анджелеса. Настало время поговорить о деньгах. Я получил довольно неплохую прибыль от дивидендов за ноябрь месяц, и я с огромным удовольствием поделюсь этим с вами. Обязательно подписывайся на мой канал, ставь лайки, пиши комментарии, и давайте поговорим. Дорогие друзья, всем вам хочу сказать огромное спасибо за то, что смотрите, лайкаете, комментируете. Для меня это очень важно. А также для меня самая важная цель – это стать знаменитым музыкантом и исполнителем. И многие из вас меня уже поддержали, перейдя на мой канал по ссылке в описании, посмотрев мои видео, поделившись ими. За это вам огромное спасибо. И дело в том, что с каждым моим новым роликом нас становится больше. А это значит, что и я, и вы все делаете правильно. Поэтому тех, кто меня смотрит в первый раз, или тех, кто еще не подписался на мой музыкальный канал, я бы очень хотел попросить, ребят, пожалуйста, по ссылке в описании, там будет и ссылка на мой самый последний клип и ссылка на мой музыкальный канал. Если вы подпишетесь, это буквально 5 секунд, вам это ничего не стоит. Для меня это будет огромным шагом вперед. Спасибо вам большое, и давайте вернемся к видео. Две очень важные вещи в преддверии того, как мы начнем разбирать мой доход. Первое. Я не финансовый консультант и не финансовый эксперт. Пожалуйста, не воспринимайте эту информацию как обязанность повторять за мной слепо. Я просто делюсь своим опытом, потому что считаю правдивым тот факт, что абсолютно любой человек на этой земле хочет достичь финансовой независимости, и абсолютно каждый может и заслуживает этого. Но у каждого есть своя стратегия, у каждого свой путь, поэтому читайте книги, смотрите видео, развивайтесь, но ни за кем и никогда не повторяйте слепо. Это раз. Два. Если вы хотите начать торговать, если вы хотите начать свой путь, обязательно переходите по ссылке в описании, регистрируйте свой аккаунт по моей ссылке, чтобы мы оба могли получить плюшки. А теперь давайте поговорим. Ну что ж, ребят, вот мы уже здесь, я заранее отсортировал все дивиденды. Давайте посмотрим, что же у нас было первое. И это очень приятная цифра. AT&T заплатил мне $17.48 за 63 бумаги. Verizon заплатил мне $10.64 за 16 бумаг. Вот, забегая вперед, скажу, что это были самые высокие выплаты, но также помимо них были очень неплохие и достойные выплаты от других компаний. Следующее это CVS за 7 бумаг, я получил $4.24. После этого идут два моих любимейших на данный момент, это JPY, за 18 бумаг я получил $6.46. И в случае с JPQ я получил $4.18 за 10 бумаг. Идем с вами дальше. Next Era Energy. Немножко хочу заострить внимание на этом стоке. К сожалению, за последнее время он испытал очень сильный упадок. Вы видите, с $50 упало аж на двадцатки. И у меня это посеяло большой вопрос, я не знаю, что с этим делать, есть вероятность, что я его продам, но как показывает практика, иногда такие компании через несколько лет набирают очень высокие обороты, даже несмотря на такой серьезный годовой упадок, пока, наверное, я оставлю, все-таки у меня на данный момент всего лишь 15 бумаг, хоть я получил с 10 бумаг, это было до недавних пор, как я обновился. Я за 10 бумаг получил $8.68. Есть большая вероятность, что я продам акции этой компании, но пока что я на 100% не решил. Идем дальше. Procter & Gamble заплатил мне $0.28 за 0,3 бумаги. Ничего особенного.
Realty Income заплатил мне $2.05 за 8 бумаг. Main Street Capital заплатил мне $1.65 за 7 бумаг. Что самое интересное, ранее, несколько месяцев до этого, Main Street Capital платил мне по 2 раза в месяц. Сейчас я вижу только одну выплату. Если у кого-то из вас есть эта компания, и у вас вы обеспокоены тем же самым, что и я, напишите в комментарии. Мне было бы интересно узнать, что же там такое. Apple заплатил мне $0.29 за 1,2 бумаги. Caterpillar заплатил мне $1.56 за 1,2 бумаги. Starbucks заплатил мне $2.85 за 5 бумаг. Мы уже с вами приближаемся. Собственно говоря, да, последняя компания. UPS мне заплатил $3.24 за 2 бумаги. Ребята, я последние времена забываю отснять, сколько я заработал на проценте, который мне дает сам брокер. И на данный момент это 5%, так как я являюсь золотым клиентом за подписку в $5 в месяц. Robinhood платит мне 5% за buying power, то есть за те деньги, которые я на данный момент не инвестировал ни в какой сток и ни в какую криптовалюту. Я до этого не снимал, потому что, как вы видите, за последние месяцы выплаты были довольно низкие, но в ноябре месяце были такие дни, когда у меня была довольно неплохая сумма, и за счет этого чуть-чуть совсем, но все-таки выросла сумма выплат по сравнению с предыдущими месяцами. И как вы видите, 27 ноября я получил $5.75, и 30 ноября я получил $4.71. Собственно, вот таким вот получилось это видео. Я надеюсь, вам понравилось. Мы с вами шагаем вперед. Уже цифры, они абсолютно другие. И вы можете только представить, что будет через несколько лет такой же продуктивной работы. Лично я очень надеюсь и верю, что результат будет положительный. И если вы со мной, то обязательно регистрируйтесь по моей ссылке в описании, становитесь богатыми вместе со мной, а также помните подписаться на мой канал, поставить лайк, написать комментарий, ведь это все в совокупности дает нам желаемый результат. Спасибо большое, что досмотрели видео до конца. Увидимся с вами скоро.